Смотрите, минус-минус история Нины. Капитрейдер Нина, история. Минуса. Минус 43, минус 3. 25 сделок по битку. Вот история. Нина. Минуса. Минус 15%, минус 5, самый большой минус 43 и потихонечку. Потому что он сеточник, биток рос, а он шортил, добавлял, усреднял. Вот. А теперь смотрим статистику общую у этого Нины копитрейдера. Вот она общая статистика у него. 950%, когда-то он наторговал. Прям фантастика какая-то. А во, появились убыточные сделки, а до этого не появлялись. Я уж думал, биржа говно.